Субботнее утро на 31-м канале, и это вновь изысканные блюда на кухне вкусных секретов. И на нашей кухне сегодня потрясающий мастер кулинарного искусства Градимир Митич. Потрясающий. Серий Какишев. И не менее потрясающая Алена Петрова. Градимир, а правда, что правильно выбранные продукты для того или иного блюда – это уже 50% успеха? Всегда было и всегда останется. То есть, если хороший свежий продукт, ваше любимое блюдо получится очень качественно. Я почему спрашиваю? Потому что продукты выбирала я. И очень старалась. И мы это ценим. Давайте посмотрим, как это было. Сегодняшние покупки я решила начать с мякоти говядины, потому что у блюда с таким названием должна быть очень хорошая мякоть из очень хорошей говядины. Ведь ринфлайш должен получиться отменным. Так, в общем-то, все всегда у Градимира и получается. Дайте мне, пожалуйста, один лайм и одно зеленое яблоко, только побольше. Спасибо большое. Мне нужно морковки 200 грамм, картофеля. И для зеленого фреша, и для ринфлайша, я не знаю, как Градимир выговаривает это каждый раз, мне понадобятся стебли сельдерея, причем довольно-таки много. Поэтому, пожалуй, я возьму себе один большой пучок. Здравствуйте. Спасибо большое. Прямо сейчас мне не терпится попасть в студию не только потому, что я скучаю по своим коллегам, но еще и потому, что мне очень хочется узнать, что же такое ринфлайш из говядины. Увидимся! Вуаля, мы вновь на кухне вкусных секретов, и сегодня какое-то ужасно интересное блюдо нам предстоит приготовить. Мне с трудом удалось запомнить название этого блюда, и Рамштайн его обзывал, и еще по-всякому. С какого языка переводится оно, и что оно означает? Наше сегодняшнее блюдо называется ринфлайш, или вареная говядина с овощами под соусом из хрена. Замечательно, прекрасно. Начинаем, то есть, с ингредиентов, то есть, это основное, то есть, это говядина. Это картошка, морковка, лук, сельдерей, петрушка, зеленый лук, зеленый салат, хрен, или ты маринованный хрен, сливки, соль, перец, оливковое масло и наш бульон Маги. Отлично. А кто с чего начинает? Давайте начнем, то есть, с овощей, то есть зачищаем овощи, ничего не режем пока, ставим кастрюльку на плиту, чтобы вода начинала потихоньку греться. То есть ты хочешь сказать, мы их отваривать сначала будем? Да, все. Окей. А я займусь мясом. То есть сейчас, сегодня приготовим или ты перед зрителем почистим правильно мясо. Это очень важно. Если ты не против, мне морковку мою любимую. Давайте. Могу картошку, Серик, ну а ты лук, как обычно. Да. Морковочка. Картошечку. Спасибо. Сейчас возьмем. Я, может быть, сельдерей, просто его не надо разрезать на куски? А, да, вот так я покажу. Тоже, как всегда, но вот таким куском. Уже подлиннее немножко. Да, вот так. Может. Чем больше программы у нас идут в эфире, тем длиннее становятся стебли используемого нами сельдерея. Ну так, у нас вот здесь бонфиле или говяжья вырезка. То есть вы уже, шеф, приступили к мясу? Да. То есть зачищаем. Это наша верхняя или голова называется. Мы должны удалить эту пленочку и весь жир тоже? Да, обязательно, обязательно. Вот так, разворачиваем. Так, внимание, оп. И срезаем вот так. Именно все вот эти прожилочки верхние обязательно убираем. Поэтому что при отварке мяса вот эти прожилочки прижимают мясо, и мясо не успевает хорошо свариться. Поэтому оно зачищается тоже так же, или когда готовится стейк. Тоже все надо зачищать аккуратненько. Вот, кстати, твой совет нашим домохозяйкам. Часто, вот, например, у меня мама мясо для бешбармака варит чуть ли не 1.5-2 часа. Что ты об этом думаешь? Вообще, есть один очень хороший секрет для отварки мяса. Да. Именно для бешбармака. Угу. Это добавлять мясо в кипящую воду, а не в холодную. Вот. Один из очень хороших секретов, который, может быть, люди это знают. Но не часто делают. Да. Я, с вашего позволения, уважаемые зрители, любители бешбармака, напомню о том,
как это нужно делать. Также хочу напомнить, что по хэштегу «Вкусные секреты» вы всегда можете найти нас в сети интернет, в частности, в группах и страницах ВКонтакте и Фейсбуке. Там есть все наши вкусные рецепты и вкусные секреты. Вот так, берем серединку, разрезаем пополам. Угу. Вот. Насколько я помню, до того, как мы начали готовить, увидели эти замечательные куски мяса, сразу поняли, что не все у нас пойдет на ринфлэш. Может быть, какую-то часть сегодня дополнительно сделаем карпаччо? Да, можно сделать что-нибудь еще. Можно карпаччо, можно и тартар. Ну так, мы наливаем водичку. Да. Очень хорошо. Шеф, а как мне резать лук? Не надо резать лук. Да. То есть можно пополам просто его срезать, и все. Скажи, Градимир, мы первую отправим морковку вариться или сразу все? Потому что морковка варится... Картошка идет последняя, да. Потому что картошка самая мягкая. Варится быстрее, да. Вот так. Но пока мы немножко оливкового масла добавим. Для чего, воду, скажи? В самом начале. Для хорошего, то есть запаха. Добавим немножко перца. И если морковка готова, положим ее уже? Кастрюльку. Да, но мы ее срежем чуть-чуть. Немножко соли, перца. Потом берем морковочку, разрезаем вот так. У меня сразу вопрос. Мне когда звать детей покушать ринфлэш? Грубо говоря, полчасика. Хорошо. Марикуша, через полчаса кушать будем. Так. На нашем столе сегодня присутствует картофель, и я хочу рассказать, как правильно выбирать этот овощ. Клубни должны быть твердыми, ровными и однородно окрашенными. Меня, например, удивил тот факт, что зеленый бочок означает, что продукт хранился на свету. В этой зелени содержится, между прочим, ядовитое вещество солонин, поэтому эту часть обязательно нужно срезать. Серик, а ты, кстати, знал, что у нас Градимир бывший футболист и танцор? Ну, насчет бывшего футболиста, да, а вот насчет того, что бывший танцор, не согласен. Он сейчас прекрасно танцует. Вы, кстати, запостили то видео в интернет? Да, на страничке Градимира в Фейсбуке вы можете посмотреть, как он с семьей в ресторане танцует сербские танцы. Это очень круто. Да. Так, ну, как мы сегодня не пришли танцевать, да. Добавляем лучок. Но, как у нас все свежие, хорошие продукты, с вашим позволением я заберу пару листочек наших очень хорошего свежего лаврового листа. Но немножко. Совсем чуть-чуть, да. Вот с этой стороны может забрать. Да. Так. Так, заберем этой. И специально его разверну. Так. Ну, так. Итак, что мы делаем? Наша водичка уже начинает, в принципе, потихоньку закипать. Мы добавляем мясо. Вот так! Я жду, когда вы его начнете разрезать. А оказывается... Но мы добавим еще один кусочек. Еще один кусочек. Ну, я могу сказать, что мяса мало не бывает. Мало никогда не бывает. Много, точнее. Что делаем дальше? Ну, пока все это готовится, давайте я быстренько такое нашинкую мясо и сделаем наш карпаччо. Мы наливаем наше оливковое масло. Получается, что во «Вкусных секретах» мы разные виды мяса пробуем с точки зрения их пригодности к карпаччо. Вот сегодня попробуем этот кусочек. Напомните, шеф, когда вы его выкладываете на оливковое масло с солью и перцем, вы его потом туда-сюда переворачиваете? Нет, просто наливаем сверху еще масло и солим. Так. Так, все. И? Поливаем маслом. Поливаем маслом, давай. Но я знаю, что это Алена больше всего любит делать. Да. С вашего позволения. Да, пожалуйста. Владимир, хорошо, можно хорошо, щедро налить. Угу. Если он не помешает. Все, отлично. Теперь? И чуть-чуть соли и перца сверху. Дорогие друзья, пока мы готовим ринфлэш, мы решили спонтанно сделать немножечко карпаччо. Он готов. Я вам покажу еще один хороший секрет, как можно тоже его кушать. Берем пару листочков салата. Ничего не надо резать. Вот так. А вы потом попробуйте и скажете, как на вкус. Так. Владимир, я знаю, что корейские блюда так едят. А лучок не надо? Лучок не надо. На ваших глазах, без всякого телевизионного монтажа, за одну минуту мы сделали карпаччо из говядины. Да, пока готовится наше первое блюдо. Спасибо, шеф. Все закипает. Мы разрезаем нашу картошечку.
тоже для бульона. Да. На половинке? На половинке. Хорошо. То есть это у нас будет все-таки суп? Нет. Угу. Мы только будем использовать вареный продукт. Угу. Понятно. Удивительно, коллеги, но именно вареная морковь раскрывает свои самые полезные свойства. Ее необходимо включать в свой рацион при авитаминозе для общего укрепления организма и даже при малокровии. Сегодня она у нас не тушеная, не жареная, а именно вареная. Там где-то на донышке. Да. Так, ждем, пока готовится. Надо ли нам как-нибудь подготовиться ко второму процессу? Сейчас, когда уже добавим наш бульон Маги, будем начинать готовить соус. Прекрасно. И вот когда первая часть нашего блюда, а именно сварившееся вместе мясо и овощи, готовы, важно не забыть об очень важном секрете. Серик, ты имеешь в виду секрет блюда Магги? Конечно, мясо и овощи особенно вкусные и ароматные, если готовить их с бульоном. С Магги секрет блюда, ваши вторые блюда, особенно тушеные и жареные, приобретут великолепный насыщенный вкус. И берем наш Магги секрет блюда, можете посмотреть. Аккуратненько отпиваем. Так. И выливаем в нашу кастрюльку с овощами и мясом. Ну и как можно наблюдать, новый бульон Маги «Секрет блюда» имеет уникальную густую консистенцию. На мой взгляд, она идеально подходит для вторых блюд. Новый бульон насыщает все ингредиенты блюда и придает им вкус и аромат настоящего бульона. Сколько минут в общей сложности у нас должны вариться овощи и мясо? Около 20 минут. Угу. Начинаем разогревать сковородку? Да. Оливковое? Ну, здесь-то да, за редким исключением шеф использует оливковое масло. Берем соус, да. Сливки. Угу. Наш бульончик очень хорошо закипает, это хорошо. И на сковородку, разогретую с маслом, укладываем весь наш... Соус из пена. Да. Угу. Такой он остренький. Почему обжариваем сначала? Mm-hmm. Освобождаемся лишним жиром и лишней остроты. Вот. И наливаем сливки. Плотненько так. Хорошо. Все Градимир, хорошо перемешиваем. То есть соусы с хрена бывают разные по остроте, но мы выбираем для этого блюда именно острый. И в принципе там такого долгого приготовления нету. То есть он быстро загущается. И быстро выпаривается. То есть он уже готов? Да. Ты погасил огонь? Добавляем чуть-чуть перчика еще. И немножко соли. Вот. И наш соус готов. Осталось всего лишь чуть-чуть подождать, когда наша говядина сварится, и овощи. И приступаем к приготовлению или оформлению блюд. Но как наше блюдо приходит к концу, мы чуть-чуть, немножко бульончика добавим наш соус. Можно я перепишу? Конечно. А вот теперь вот такое маленькое мясо. Шумовочкой-дуршлагом выкладываем мясо. Ох, как красиво оно выглядит. Посмотрите, какой он вареный стейк хороший получился. Несмотря на то, что мы недолго совсем варили. У меня важный вопрос. Что мы сделаем с бульоном? Бульон мы можем... на данный момент мы его оставляем. Да. Но если в домашних условиях будете готовить, то есть внутри... То есть выкладываем все мясо на тарелку и овощи. Внутри добавляем хорошую лапшичку, зелень. И получается очень хороший, насыщенный домашний суп. Супер! Сегодня во «Вкусных секретах» 4 рецепта практически мы вам сообщим. Прошу обратить внимание, уважаемые зрители, что это промежуточная тарелка. Вот основная тарелка, куда мы положим наше блюдо. Так вот, шеф даже здесь выкладывает все очень красиво и аккуратно. Это его принцип. Старайтесь ему следовать и на своей кухне. Аппетит возбуждается неимоверно. Вот так. Итак, берем что мы делаем сейчас? Да. Берем мясо. И аккуратненько его нарезаем. Так. Теперь, так сказать, приступаем к сервировке нашего блюда.
С одной стороны картошечку выкладываем. Mm-hmm. Вот так. А теперь очень важный момент. Наш соус из хрена. Да. Который мы до этого довели до ума на сковороде. Для овощей остается зелень, очень, да, такая хорошая вещь. Угу. Это зеленый лучок. Угу. Но сегодня мы нарезаем его вот таким маленьким-маленьким кругляшком. Угу. Немножко петрушки. Угу. Сначала лучко, потом петрушечкой. Угу. Петрушечкой вот здесь вокруг посыпаем. Владимир, это очень красиво. Все, наше блюдо готовое. Говяжью вырезку очищаем от пленки и жира. Разрезаем мясо на две части. В кипящую воду добавляем оливковое масло, соль и перец. Сюда же отправляем дольки репчатого лука, крупно нарезанную морковь и мясо. Через некоторое время добавляем нарезанные стебли сельдерея, картофель и бульон Магги «Секрет блюда». Доводим до готовности. Для приготовления соуса на сковороду наливаем оливковое масло, смешиваем хрен и сливки, заправляем соус перцем. Готовое блюдо обильно посыпаем зеленью. Ну что ж, по-моему, этот кулинарный шедевр превзошел все наши ожидания. Серик, ты чувствуешь, какой великолепный вкус? Да, действительно, я хочу напомнить, что в наш ринфлайш из говядины и картофеля под соусом из хрена мы добавили новый бульон Магги для мясных блюд. Вкусные секреты на 31-м канале продолжаются. Пришла пора перейти к нашему коктейлю, который в классическом своем варианте называется «Тропик». Потому что здесь какие ингредиенты? У нас ананас, грейпфрут, да, и яблоко зеленое. Алена, а как часто тебе удается готовить фреши по утрам? Серик, Градимир, я признаю, что безумно люблю свежевыжатые соки. И еще знаю, насколько важно витаминизировать свой организм. Однако мне кажется, что именно от соковыжималки зависит, будет ли приятен сам процесс приготовления натурального напитка. Да, именно поэтому, пожалуйста, обрати внимание на эту соковыжималку Scarlett, которая уютно расположилась на нашей кухне вкусных секретов сегодня. Она невероятно удобна в использовании и функциональна. В этой соковыжималке предусмотрено две скорости для мягких и твердых продуктов соответственно. Серика, как эта особенность влияет на конечный результат? Ну, смотри, сама из того же количества овощей и фруктов ты сможешь получить намного больше превосходного сока, так как разные режимы оптимально работают с продуктами разной твердости. Давайте я вот так возьму ананас. Угу. Алена, я тебе дам грейпфрут. И я его чищу по тому же принципу, как ты научил нас чистить апельсины. Да. Надеюсь, у меня это получится. Наблюдаем за ананасом. Шеф, вы несколько переживали, что он может быть сегодня темненьким. Немножко темным. Из-за чего это бывает? Иногда переморозится, иногда... При доставке. Да, и иногда что долго стоит. А какие в Сербии растут овощи? Нет, фрукты. Фрукты, персики, слива, ну почти все. Угу. Яблоко, груша, айва. Апельсины? Апельсины нет. Понял. Есть только, то есть, домашний апельсин, лимон, который так в вазочке люди выращивают. Ну вот для себя. Как у нас. Как мы, да. Знаем. Или в своем огородке. И вот эту часть срезаем, да? Просто? Да. И все. Отлично. Что мы дальше делаем с ананасом? Очищаем все. И спасибо. Сердцевину, помнится, мы не используем. Не используем. Алена, как успехи? Градимир, вроде бы хорошо, но финальное слово, конечно же, скажешь, ты справилась. Сжигает, предлагаю вот этот немножечко. На, поострее немножечко. Уже не полностью срезать. И как у нас, то есть, единственное яблоко, то твердый, скажем, фрукт. Первый да, сделаем грейпфрут, потом второе делаем ананас, и на второй скорости чуть-чуть усилим и сделаем яблоко. Вот. Так. Все отлично. Ну что, приступаем? Да. Давай я просто вот это оторву. Так. Тебе принесем. Так, я отправляю наш грейпфрут. Да. Первая порция грейпфрутов уже в соковыжималке. Я ставлю первую скорость, потому что они у нас мягкие. Потом ананас. И
машине на второй скорости мы выжимаем наши яблоки. Итак, наш сок готов. Дорогие зрители, коллеги, мне хотелось бы обратить ваше внимание на замечательный носик непроливайку. Ни одной капли драгоценного сока не прольется мимо, потому что у нас есть носик непроливайка. Замечательно. Владимир. Прежде чем мы нальем его в стаканчики, шеф решил немножечко использовать графин для того, чтобы вот это большое количество сока добавить немножечко розмарина и тимьяна. Первый добавим чуть-чуть сразу внутри. А, внутрь сразу добавим льда. Ага. Чтобы он чуть-чуть расхватился. И его хорошо перемешаем. Окей. Ставим на сторону. Берем наши стаканчики. Немножко. Да. Градимир, не томи. Он, наверное, должен быть очень-очень освежающий. Да. Фрукт, конечно. Ананас. Яблочки. Немножко розмарина и тимьяна для вкуса. Для приготовления коктейля «Тропик» поочередно помещаем ингредиенты в соковыжималку. Для улучшения аромата фреша можно добавить веточку тимьяна или розмарина. Готовый напиток подается со льдом. Попробуем? Конечно. Но сначала... Живи ли? Живи ли? Будьте здоровы. Азбос. Дорогие друзья, сегодня на кухне вкусных секретов мы вместо одного основного блюда и коктейля «Тропик» приготовили еще два дополнительных бульончик для лапши. Карпаччо, по ходу дела. И надеемся, что вы у себя дома тоже не будете останавливаться только на одном базовом рецепте. Сегодня с вами, как и всегда, готовили и радовали жизни непревзойденная Алена Петрова. Искрометный Серик Акишев. И наш любимый шеф-повар из Сербии Градимир Митич. Приятного аппетита. До встречи в следующую субботу на 31-м канале. Да. Та-дам.